Ты уже снимаешь? Да. Не ври. Да. Точно? Да. Ну, вот, я теперь стесняюсь. Не, рассказывай. Ну, что у нас сегодня будет такое? Ну, ты близко, ты очень близко. Никакой близко. Дальше не могу. Ты давишь на меня. Всем привет. Сегодня будем готовить семейный салат. Изюминка этого салата в том, чем больше семья, тем лучше. Для этого нам понадобится фасоль, красная и белая, сыр, помидоры, маринованные огурчики, паприка, вареные яйца, майонез, горчица. И самый главный ингредиент – большая семья нужна. У меня не очень большая семья, но все равно салат у нас получится. В чем заключается изюминка? В том, сыр и фасоль для салата буду готовить я. Помидоры и огурцы резать будет моя дочь. Чистить яйца и паприку мой муж. И мы быстренько приготовим семейный салат. С чего начну я? Сначала нужно с фасоли слить всю жидкость. Надо почистить сыр. Сыр, конечно, можно взять любой. Твердый, конечно. Но нам нравится вкус именно сыра пикник. И как он себя ведет в салатах. Он не тает, а структуру сохраняет. Поэтому мы для салатов стараемся покупать именно этот сыр. Сыр в салате. Он не только даст вкус, но такое приятное ощущение будет вот этих колечек. Еще в этот салат можно добавить маринованные грибочки. Очень будет вкусно с маринованными грибочками. Но так как я сегодня ложу огурчики, то грибочки ложить я не буду. Надо тогда выбирать или грибочки, или огурчики. Ну вот, как быстро я сыр нарезал. Пока мои готовят, режут, для салата приготовим майонез. Вот столько немножко добавим горчички для вкуса. Теперь я пойду заберу все продукты и мы все ингредиенты перемешаем. Ну вот, я не успела и оглянуться, как у меня все продукты подготовлены. Поэтому я этот салат и называю семейным. Раз, и все готово. Еще могу сказать. Можно назвать этот салат салат дружбы. Друзья пришли, вместе все нарезали. Пока продукты подготавливаю, можем обсудить дела, песни попеть и вкусный салат приготовить. Теперь, что нам осталось? Смешать все ингредиенты. Положу вареные яички, нарезанную паприку, маринованные огурчики. Кто выбирает маринованные грибочки, огурчиков ложить не надо. Помидорчики нарезаны на 4 части. И в конце мы уже добавим майонез, в котором одна капелька горчицы. Лучше, конечно, положить русскую горчицу. Она более подходит к этому салату. Thank you.
семейный салат мы приготовили. Изюминка этого салата была в том, чем больше рабочих рук, тем лучше. Салат этот очень вкусный, сытный и красивый. Приятного аппетита! До свидания, до новых встреч!